Всем привет! Сегодня мы в Рамче, в соседнем регионе. Меня пригласил знакомый на, скажем так, осенний селекционный отстрел. Значит, весь олень абсолютно дикий. Но поскольку здесь очень большое количество, он проводит такие селекционные отстрелы регулярно. Значит, на меню у нас сегодня самка манчака, неограниченное количество, самка лани, неограниченное количество, средней паршивости и очень плохенькие самки косули, самец манчака с размером рожек до 5 сантиметров примерно, и самцы лани, шеловики и плохенькие побольше. Лисы и кролики по возможности, но с 308 кроликов, я думаю, можно отпустить. Вышло 3 косули, самка с 2 детенышами этого года. То есть они уже полностью выросли и достаточно самостоятельные. Утро у нас прошло, можно сказать, в холостую у меня лично. То есть мне выстрела не предоставилось. Но двое из нашей команды взяли по одной лани. Сейчас у нас 1:45 вечера. Я уже в другом месте. Буду сидеть в лесу на вышке. Меню, в принципе, то же самое. Так что сейчас сядем и будем высматривать. Сели, сидим, ждем. Вот такой вот у нас вид получается. В принципе, неплохо. Ну вот сейчас передо мной пасется тоже косочка. Она, скажем, средней паршивости. Я, честно говоря, думаю, брать или нет. Ну, потому что еще минут 5-10, а там уже решим. Вроде бы неплохо выглядит.
значит, нет.